классом покажу. Конкретно общественной палате работа была проведена, я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите про то, что 4 года. Вот у меня вопрос. Ваша организация что делала для сбора информации? Сидела я неделю на остановке горбольницы и считала пассажиропоток. Член вашей общественной палаты не пришел ни разу. Какую работу провела ваша общественная палата? Вы говорите большую работу. Какую? Я думаю, Маленечка, знаете, вы приходите к нам, пожалуйста, на пленарное заседание в декабре, где у нас этой работой занималась у нас Елена Кармаева, председатель комиссии одной. Вот, у нас занимались ветеранские организации, Антонина Ивановна Иванова, еще ряд организаций. Но чтобы сейчас говорить об этой работе, я вас с удовольствием приглашу в декабре на пленарное заседание без городской общественной палаты, где будут подведены итоги работы годовой. И там будет и об этом рассказано. Мы вам с удовольствием расскажем. А сейчас я маленечко за другим пришла сюда. И со своей стороны я могу также предложить Ивану, на комитете можно пригласить и рассмотреть данный вопрос в целом. Ну, но не пришла один раз, придет второй. Ну вот я за это тоже должен ей сказать. Так, пожалуйста, давайте по существу. У нас вопрос по утверждению формы удостоверения. Пожалуйста, Ирина. У меня вопрос по существу, на который на комитете некому было ответить. Значит, пояснительная записка всегда должна содержать ссылку на законодательный акт, ну, такой-то, закона такого-то.